В Великобританию из Сирии прибыло химическое оружие. Груз находится в порте Саутгемптон, и его проверяют специалисты. После всех процедур более 150 тонн токсичных веществ отправятся в порт Элсмир на уничтожение. В транспортировке опасного груза примут участие более 15 грузовых автомобилей. Тем временем американские специалисты продолжают работы по утилизации 600 тонн вредных веществ, в том числе горчичный газ и сырье для изготовления зарина. Для этого, по словам экспертов, необходимо около 2 месяцев. А я напомню, Сирия согласилась отказаться от химического оружия в соответствии с соглашением, заключенным в прошлом году при посредничестве ООН.